Привет, друзья! Прекрасное осеннее утро, солнышко, температура воздуха где-то 6-7 градусов. Я утеплился, потому что все-таки зябко с утра, а еще вчера дождь такой, но он непродолжительный, но ливень прям хороший прошел, поэтому лес сырой. Я по той же самой схеме сейчас попробую, как и в прошлом году, сейчас попробую пройти через ЛЭП, потому что вот опять же с опушки леса, как и в тот раз, все, вот, пожалуйста, вот они. Они между собой там пересвистываются, общаются. Все в точности повторяется, ребят. Как бы мне опять не учесать километров на 8 туда, в свои глухие углы. Ну, выводки, видать, сидят еще. Сейчас я попробую. В общем, сейчас через ЛЭП туда же и пойду правее, в сторону железки. Железка у нас вот там находится, вот где опоры стоят, вот за опорами там железка. И пойду попробую все-таки туда, наверное, поближе к железке. Там где-то старый ручей пересохший должен был быть. Сейчас я его найду, и где-то вот оттуда будем манить. В общем, нет, ну сейчас красота просто. Вот погода, да, вот она вроде рябчиковая такая. Вот, пожалуйста. Ну вот примерно с тех секторов, с того квадрата. Все, ребят, сейчас будет у нас с вами такое экотуризм по моей любимой Южной Тайге. Вперед! Ага, ну вот откуда-то оттуда, да? Вот там они. Ну, сейчас, кстати, и вот железка вот там. Ну, наверное, где-то здесь я и буду заглубляться. Красота. Прошел я от этого ЛЭП, ну, где-то, наверное, метров 150, ребят. Рябина, да, вот, кстати, смотрите, да? Я еще заметил с лета. Это вот сейчас она такая вот пожухлая. А так вот все листья у рябины вот такие вот. Вот то ли она болеет чем-то, я не знаю. И рябины нету. То есть вот я встречал, но очень редко. Нету. Вот рябинники. Все, в этом году рябины нету. Такая примета раньше была, что когда много рябины, это значит к лютой зиме. Хотя сейчас уже все поменялось. Эти приметы практически не работают. Но сейчас ее нету, значит, зима должна быть теплой. Черника, ну, черника вся отошла. Где-то еще, где-то, может быть, какие-то такие перепревшие ягодки встречаются. Вот, ну, черники нету. Грибов, грибники ездят, да, опята сейчас. Ну, опята, опять же, они такие уже тоже перепревшие я находил. Но сейчас я целью не задаюсь грибы собрать. Мы сейчас на охоте. Вот, ребята, вот, пожалуйста, еще. Они между собой сидят. Да, без 28 сейчас, без 28, и уже так хорошо рассвело, прямо красота. Папоротники, ну, такие уже пожухлые. Вот еще рябина, да, вот рябинники прямо. Нету ее, ребят. Это значит, что у рябчика они уже ближе к зиме, ноябрь, когда кормовая база меняется, они переходят вот на рябинники. Вон, кстати, чага на березе. Ну, вот такая, ну, молодая. А вон еще там, ну, чажники такие. Вот. О чаге я вам уже рассказывал. Кому интересно, ссылочка в описании. Вот моя любимая Южная Тайга. Иду потихоньку. Сейчас где-то тут должен быть ручей такой. Овраг. Ну, мы можем еще попищать им. Самочкой. Сейчас мы потихоньку заглубимся. Вот я иду, да, небольшие такие завалы здесь у нас. Ну, это все нормально. А, это вот, это противопожарный. Ну, вот там он где-то, вот там этот овраг должен быть. Можно и самцом. Вот. Ну, метров 100, наверное. Ну, вот такая у нас сейчас природа. Кислица вот, пожалуйста, растет. Зайчья капуста.
все нормально. Сейчас будем пробовать манить, куда-нибудь я там примощусь. Я даже не знаю, куда уже садиться, потому что прямо, ребят, прямо здесь они. Вот, я говорю, вот это место. Справа, ответишь. Дятел. Все, все, я где-то здесь сейчас буду вставать. Вышел к оврагу. Это речка, ручей раньше был, давно уже. Пересохшая железка вот там вот. Тут все исхожено. Кстати, сил один еще. Есть. Так, ребят, обалдеть. Сейчас подойдем сразу, возьмем, потом поговорим. Вот, ребят, ну, смотрите, какая красота. Петушок, видно, молодой. Так, по полосам вот смотрим, да, на маховых перьях. Ну, я уже рассказывал, чем их меньше, тем лучше. Но это, ну, вроде это этого выводка. Ну, такой он, ну, хороший петушок, смотрите, ну, красота какая, а. Вот, ребят, 20 минут, все, 20 минут. И вот он трофей наш. Вот он, рябчик, петушок, красавец. Слушайте, ну я даже не знаю, прям, может это, я думаю, еще что ли поохотиться, ну потому что, ну, я вам говорю, здесь прямо вот от этой дороги лесной, грунтовки этой, я отошел, наверное, не знаю, метров, ну 50, не больше, и минут 20 я тут постоял. Вот как в прошлом году я вам говорил, что вот на этом месте, вот, ну там вот лэп, вот там лэп проходит, там железка, тут такой вот колок леса-то небольшой. Ну и я шел по этой грунтовке, опять же, так попискивал, слышу раз ответы, ну. Я-то стоял, я ждал, вот там вот какой-то отвечал мне рябчик, вот прямо. Я иду, вот, думаю, куда сесть-то, тут еще так вот. Закрыты довольно-таки елочками.
Это вот как раз говорит о том, что в принципе нормально, можно и такие открытые не выбирать. И он сперва сзади куда-то сел. Я прям вот это вот, и все, и он там сел. И я самочкой опять же вот это вот вниз, вот этой вот вниз перевернул. Подождал он минуты 2-3. По низу, вот так вот, по низу. Пешком сюда сел, вот по этой тропинке, тук-тук-тук-тук-тук-тук, и утопал. Я ни ружье, ничего не стал поднимать, потому что, ну все, если бы... Он меня не срисовал, я прям стоял как вкопанный. Вот прям столб стоит, ружье опущено, даже двигать не стал. Вон железка, я вам говорю, электричка идет. Я прям даже не знаю, мужики, может мне пойти туда, в свои дальние углы, где я в прошлом году рябчика добывал, там проверить. Ну что там, всего-то, ну 25 минут охота, да? Еще время детское, можно еще то. Я туда еще дойду, часиком где-то к 11 я туда дотопаю, километров 6-7 идти. Сейчас чайку попью, все. Ну это ж красота, ребят, с полем. Вот. А там, ну добуду, не добуду, ну да бог с ним, ну хоть место проведаю. Может они там сейчас это тоже сидят. Хотя бы, может, уже подразлетелись. Ну, тут выводок, ребят, тут тоже они как бы... Тут не один. Я же говорю, я вот шел по этой дороге. Ну, вы слышали, они между собой. Я даже манок-то не работал. Они между собой там перепискивались. Такая вот удача, ребят. Сейчас я все, я, наверное, пойду все-таки туда. Вот. Ну, на грибы я не надеюсь. Хотя теперь можно посмотреть, будет и опята, если где-то остались. Хотя сейчас уже такие перепревшие. Все, давайте попробуем еще одного добыть сегодня. Ну нет, так нет, все, один рябчик есть, это уже как бы задача наша по охоте моя сегодня выполнена. Вот, отлично. Все, друзья, я уже в глухом своем квадрате рябчиковом. Тут вообще сюда грибники не ходят. То есть здесь ягоды всегда. Ну вот, да, даже по листьям видно, да, черничники какие. Ну, черники-то уже сейчас нет, все. Куда там? Уже ближе к концу сентября, хотя еще листва. Ну да, уже где-то пожухлые. Вот на дубочках что-то такое уже прорисовывается. Дубочек такой красивый стоит. Вот эти наши мхи, вот эти вот сфагнумы. Все тут красота. Тут сюда вообще мало кто ходит. Тут нету, здесь редко. Здесь есть такая вот эта старая брошенная дорога. Ну такая она лесная. Военная, видать, была. Не с целью трофея, ребят. Просто я уже хорошо нагрузился. Время практически половина 11-го. Не с целью трофея, уже трофей у нас с вами сегодня есть, а так прогуляться вот и проверить, может он где-то здесь. Ну, пока... Они сейчас молчат уже. Сейчас я куда-нибудь вот присяду на какое-нибудь бревнышко. Thank you.
Нет, ребят, сижу, пищу, молчат, вообще нету. Может, они и есть, но молчат. В прошлом году здесь были. Я, ну, один точно, вот я его добывал. И вообще я ходил сюда. Тут выводками тоже сидели. А сейчас тишина. Ну, какая-то. Улетел. Сейчас мы сам самцом. Ветер такой иногда порывами, и так уже облаками подзаволокло. Небо заволокло, все, я, наверное, пойду, потому что топать-то еще прилично. Ну, так по дороге, походу, буду манить, может, еще что-нибудь получится. Но уже с трофеем. Говорю тихо, все-таки в лесу, мало ли. А вдруг они сейчас могут вообще не отвечать? Так подойти он, как этот по земле или подлетит. Тишина. Ну что, друзья, в этот раз получилась вот такая вот у нас охота, добыт вот такой трофей, замечательный петушок рябчика. Это петушок, он такой, он молодой, то есть не матерый, он, это петушок этого года, вот у него бородка. Вот как определять, я вам уже рассказывал, но трофей все равно желанный, он не менее приятен. И произошло все довольно быстро, то есть я еще не успел углубиться-то в лес. Ну, в принципе, я так и планировал. Я не планировал, что он вообще подлетит или как-то перейдет. Но вы сами заметили, он пришел пешком. И пришел он из-за спины, а отвечал мне, перед этим отвечал мне совсем другой рябчик. То есть вот они там сидели, я не знаю, как так получилось. В общем, он зашел справа, сзади справа, обошел. И потом уже перелетами такими вот по радиусу он... взлетел где-то, ну, чуть выше уровня головы и сел под выстрел. Не успел я там на большую камеру все это, конечно, заснять, потому что процесс, сами понимаете, мы охотимся. Вот, на это просто не хватило ни времени, а потом я бы его просто подшумел. В общем, с полем, ребят. Ну, а дальше я пошел в свои углы, углубился где-то километров 6, наверное, ну... Вот сами видели, а тут тишина. В прошлом году добывал, и выводками они тут сидели. Ну, не знаю. Я просто прогулялся, потому что охота прошла быстро, и я не успел насытиться природой, воздухом, лесом, просто погулять, походить. Сейчас еще соберу дикой малины листья. Жена попросила на закрутку, на засол. Вот, и все, и восвоясь, и потихоньку почапаю, ребят. Вот такая вот охота. Манил, сами видели, в основном самкой. То есть, все-таки, как бы, сейчас самка их собирает. А вот уже дальше, в октябре, там можно будет и самцом. Они будут делить территории. Ну и сейчас все-таки здесь есть такой вот ольховник. Они будут переходить уже позже, когда будут такие заморозки, будут переходить на... почечки, вот эти побеги, потому что рябины, как я вам говорю, в этом сезоне у нас вообще нету. Такие дела, друзья. В общем, желаю вам тоже выбираться почаще на природу, охотитесь, добывайте вот такие вот замечательные трофеи. Большущей вам удачи, ни пуха вам, ни пера на охоте. Ну и пока, увидимся. Потихоньку пойду, ребят. Отличная, прекрасная охота сегодня. Опа.